Здравствуйте, меня зовут Николай Ягодкин, я эксперт по развитию интеллектуальных способностей. И сейчас вы узнаете о том, как запоминать информацию так, чтобы она оставалась с вами надолго. Есть три основополагающих принципа. Первый – это визуализация информации. При этом мы задействуем правое полушарие, формируем большое количество нейронных связей, и на этом, собственно, основаны все виды представления информации, будь то графики, майндкарты и так далее. Мы с вами на вебинаре запомним несколько десятков иностранных слов и иероглифов, используя специальные методы визуализации информации, называемые мнемотехникой. Второй принцип – это принцип активного воспроизведения. Можно 100 раз информацию воспринять, то есть прочитать, услышать, но если вы хотя бы один раз воспроизводите ее по памяти, связь нейронная формируется в разы крепче. И третий принцип – это система повторений, которая подразумевает в себе доведение до автоматизма как можно быстрее информации и удержание как минимум неделю этой информации. Если вы выполняете все три принципа, информация запоминается очень быстро, буквально с нескольких повторений, и остается с вами на долгие годы. Простой пример – это запоминание стихотворений, в которых многие из вас использовали 1, 2, а может быть даже 3 из этих принципов. Представляя, что о чем говорится в стихотворении, активно воспроизводя, то есть многократно прочитав, и когда это надоедает, вы закрываете текст и воспроизводите по памяти и смотрите, где вы ошибаетесь. Ну и, наконец, третий принцип. От нас требовали чтение с чувством, с толком, с расстановкой, а это требует доведения до автоматизма, чтобы мы не думали и воспроизводили это по памяти, без ошибок и быстро. Поэтому мы с вами, доведя до автоматизма, рассказав стихотворение, и если кто-то из вас за неделю хотя бы разочек-другой это стихотворение повторял, чтобы скорость воспроизведения не падала, многие годы вы это стихотворение можете рассказать и, думаю, помните даже сейчас. Обо всем этом подробнее вы узнаете на нашем вебинаре. До встречи!